Давным-давно драконы вторглись в эти земли. Лишь котам, известные как драконокоты, удалось их победить. Но в один момент они просто исчезли, как и не бывало. И это Cat Quest. И hello guys, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в данную игрушку. Ну что, новая игра? Новая игра, да, я уверен. Я ее посмотрел, ну такая игрушка, нормально. Ты же всегда придешь ко мне на помощь. Всегда. Сестренка! Мне кажется, кричит наш главный герой. Gentle Bros. Разработчики. Выпускает драконов каких-то. Данный код. Дезмонд Вонг, Леон Холл, Марсу Розана. Странное имя. Да. Музыка. Зминусон. И у нашего кота появляется странный символ на голове. И прилетает призрак, кажется, это призраки, как в Японии, знаете, духи вот это. Не знаю, посмотрим сейчас. Да, у нее странная рисовочка немного. Филингард. Слава сухому корму, ты жив, я Смури, твой дух-хранитель. Послушай, драконы вернулись, нам надо поторопиться в город. Все вопросы потом. Окей. Я пытался сделать ее на гейпаде, но, к сожалению, она не делается. Так, ага, это опыт. Окей. Все сюда, приближается чудовище. Атака, окей. Мургород. Ну, ага, окей, я думаю, отпрыгнуть. Красный круг обозначает радиус атаки противника. Нажмите эту кнопку, чтобы отказаться от атаки. Или уклониться от атаки. Ага, так я, значит, могу его бить пока что. Там есть по таймингам будем играть. В городах можно подремать, чтобы залечить раны. Попробуйте. Он просто упал на землю, классно. Лечимся. Так, тайминг идет, все хорошо. А ты не из болтливых, да? Сильный и спокойный. Отличное сочетание. Успокойся, я помогу тебе вернуть сестренку. Для начала нам надо выяснить, что означает метка у тебя на затылке. Пошли, нам надо найти мага. Окей. Берегись лесов. Кто знает, что скрывается под их сводами? Монетка. Если желтый, значит монетки, да? Да, наш инвентарь 58 золотых. Навыки. Окей. Маг замечает метку на вашей голове. Усам своим не верю. Это же знак Давакотов. Тех самых победителей драконов, но они же исчезли давным-давно. Но это хорошо, эта метка означает, что тебе доступна магия. Пошли со мной. Окей. Это же волшебный храм. А я научу тебя пользоваться заклинаниями. Слушай внимательно. Ты изучаешь заклинание огня. Она обжигает врагов и сжигает их защиту. Окей. Ага, вот так ты будешь принимать заклинания. Если зажать правую кнопку мыши, чтобы открыть меню навыков. Окей. Ага, золото делает тебе сильнее, повысить навык огнему за 100 золотых. Ну, не хватает золота, извини. Окей, будем тогда на магию копить. Давай испробуем выученные заклинания на том чудовище. Так, на единичку, да? Ну, такое. А в других храмах тебе смогут научить новым заклинаниям. Задание выполнено. 50 опыта. Ништяк. Ап, урон. А что это? Каталица. Мы сейчас находим в церкви. Мр, это ритуальный круг. Ох, ё-моё. Дракон! Смотри, все горожане застыли, короче, в ужасе.
Мы должны им помочь. А, заклинание расходуется ману. Видишь, это лиловый индикатор. Атакуй противника, чтобы восстановить ману. Окей. Ой. Оп. Готово. Как-то он легкий какой-то. Окей. Ты правда победил дракона? Может, и вправду Давакот? Пошли, нужно убедиться, что все граждане в порядке. Нужно... Так. О, это вся карта. Персидский океан. Я как-то смог перемещаться по воде. Лодка. Каталица. Дрожит. И этот котенок, правда, убил дракона. Это знак. Это же родовой знак Давакотов. Народу больше и больше. Мы спасены. Давакоты вернулись. Или Давакот вернулся. Клянусь своими усами. Это же король Леопольд. Я понял. Типа в то... Про мышей, помните, еще кот Леопольд был. Или это не тот? Кажется, тот. Добрейший и храбрейший. Арр, возвращайтесь по домам. Все вы. И... Окей. Что это случилось с королем? Замурчательно. У тебя получилось с этим драконом, мистер Давакот. Задание выполнено 150 и 50 золотых. Все, как раз могу купить этот. Так получается, этот белый кот похитил твою сестру, а ты оказываешься Давакотом. Совпадение? Не думаю. Давай взглянем на католичную доску заданий. Подожди, сначала я должен изучить. Золото делает тебя сильнее, повысить, да, повысить. Соглашаюсь. Лучше. Так, 200, окей. Потом сюда еще приду. Драконы вернулись. Держитесь подальше от грота Мяу. Драконы? Хвост дует на отсечение, за всем этим стоит белый кот. Давай проверим, что творится в гроте. Не забывайте дремать. Кстати, при этом еще можно сохранить игру. Это я заметил, когда я первый раз поспал. Игра сохранена. Окей. Грот. Если внутри обнаружится чудовище, мы их закохтим, да? Некоторые враги атакуют гораздо быстрее. С такими врагами стоит использовать дальнобольные заклинания. Первый уровень. Грот. Сражайтесь с чудовищами. Ха, прикольно сделано, типа дорожка из опыта. Ну, один опыт, ну... Оп. Так, я могу делать им три удара, и потом делать ворот. Окей. Так, ну подумал, что как-то, мне кажется, это маловато, нет? Ну, а огонь теперь наносит побольше урона. Так, давайте, короче, вниз сейчас перекачусь. В основном это самый быстрый сейчас способ для меня, как я понял. О, суду. Пушками. Шлемак. Шлем рыцарем. Защита. О, тихо. Ништяк. А, она типа восстанавливается. Тихо. Ага. Ну, это не такие быстрые. Ни белого кота, ни твоей сестры не видал. Давай уносим лапы. Так. Окей, сейчас. Еще откроем один сундучок и пойдем отсюда. Жилет мага. Окей. Ну, пока что все. Норм. Мне их руха нравится. Быть не может. Это тот самый белый кот. Скорее за ним. Ой. Как такой шкет мог победить моего дракона? Неважно, я просто тебя уничтожу сейчас же. Вау. Да, он будет хоть. Оп. Ну, все? А нет. Не задирай нос, это просто двойник, на которого пошла моя малая часть моей силы. Источник твоей силы явно кроется в этой метке. Как интересно. Кто ты такой? И зачем похитил сестру моего друга? Простые смертные могут называть меня Дракот. Ух-ха-ха-ха-ха.
Если ты хочешь снова увидеть свою сестру, следуй за мной. Окей. Так, стрелочка будет мне показывать, куда мне идти. Я позаботился о том, чтобы всякие подзаборные коты меня даже не заметили. Они недостойны. Ну, ха-ха-ха. А видишь, даже верховный король спрятался в своей своем дворце и дрожит в ужасе от моей силы. Да, странно. А эти постоянные задания от городских котов. Они понятия не имеют, что все их проблемы из-за моей силы. Ну, ха-ха-ха. Ко мне Каша хотел зайти. А у меня дверь закрыта просто. А ты такой и без... Так. А ты такой же бесполезный неудачник, как и остальные горожане. Они каждый день умоляют героев помочь им на этих досках заданий. Ну, мы будем же помогать им. Но я верю, что ты не такой, как они. И чтобы это доказать, я сыграю с тобой в одну игру. Станет сильнее, докажи, что ты не какой-то подзаборный кот, а способен на боли. Победи призванный мной драконов, и тогда я отпущу твою сестру. Боги дракон, ты самый банальный злодей, какого я видел. Таких ненавидеть гораздо проще, правда? Окей. Ох, катан. Типа братан, я понял. У них они меняют, типа это... Ладно. Слова, типа на кота, на ККК, все мор. И как только твоя сестра угодила в его лапы. Ну что же, теперь осталось показать дракокоту, где мыши замурованы. Где мыши замурованы. Так, окей. Прежде чем мы отправимся в погоню, давай убедимся, что у тебя все в порядке с экипировкой. Кузница кошелатки. Типа кошелатки. Будем назвать ее просто кошелатка. Типа шоколадка. Мастер кошелатка, сколько лет, сколько зим. Смури! Говорила же, зови меня просто Коша. Гоша. Вам катаны, нужно оружие и броня? Заходите. Окей. Поройтесь в моих сундук. Блин, просто нос залажит. Поройтесь в моих сундуках, там найдется все, что надо. Хочешь испытать свою удачу за 50 золотых? Не хватает золота? Ну, нет, к сожалению. Чётненько, давай отправимся на дозорную вышку. Они наверняка скажут нам, куда улетели драконы. Вперед. Ага, приключенцы. Чем я могу помочь? Это, боже мой, какие миленькие котятки. Мяу, не смей называть нас миленькими. Ладно, да ведь дал дракона. Благородные данные. Давайте карту, я отмечу нужное место. Нажмите, чтобы одолеть. Ой, боже, он где-то там вообще за пределами моего вижена. Оп-оп. Да, три удара могу сделать и все. Ну, блин, мне нужно, как я понял, по опыту немного апнуть. Ага, тут есть доска объявления, окей. Поехали. Кот рыкающий. Принять. Я хочу найти свою мать. Умоляю, помогите. Этот кот, наверное, очень любит свою мамочку. Нужно ему помочь. Добрый кот. Мы два великих воина пришли помочь тебе. Моя мать пропала. Маг обещал сделать для меня поисковое заклинание, но ему нужен особый металл. А выходить на улицу слишком страшно. Гр. И где взять этот металл? Гр. Я вам так... я вам отметил на карте. Не рычи, добрый кот. Мы найдем этот металл. Этот металл, окей. Окей, он не очень так далеко у нас. Монетка. Так, третьего уровня, у нас как раз четвертый, то... Вот, та самая пещера. Но чудовища там так и кишат. Искать нужно металл, будьте осторожны. Давай сперва очистим от них, короче, пещеру. Приморская пещера. Окей. Ой, это что новенькое? А... Лифты, которые взрываются. Ну, они легко убиваются. Ой.
Готово. Так, не успевает они. Они могут типа заюзать только один раз свой вот этот удар. Так, есть. Сундук. Топор следопыта. А, окей, будем с топором ходить. О, печать, печать, печати. Бум. Так, вы находите странный металлический шлем, закопанный в грязи. Это он? Этот жуткий шлем? Хм. Окей. У нас есть какой-то шлем. Эй, ты иди сюда. Говорит нам кот в стороне. Я смотрю, ты помогаешь этому чокнутому коту? Ты имеешь в виду того рычащего селянина? Ну да, он сначала говорит что-то про голос у него в голове, а потом вдруг не пойми с чего начал жутко рычать. То есть это рычание ненормально? Кто знает, я просто хотела вас предупредить. Пока-пока. Давайте мы вернемся и все разузнаем. Вы отдаете странный шлем коту. Арр, ты его нашел. Да, теперь то я развернусь. Не, я хотел сказать, не, теперь мне очень, теперь вы мне очень помогли. Что? 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 Нет, я хотел сказать, мне теперь мне помогут найти мамочку. Гр. О, все, понятненько. В этом шлеме заключается огромная сила. Для поиска столько силы не нужно, правда ведь? Это не твое кошачье дело. Гр. Вот твоя награда. Будь время, возвращайся. У меня будет еще просьба. Шок и следопыт. Почти обмылся. Что дальше? Шапка. А, 3 хп, но минус 2 брони. Нет, сколько будет броня? Так, сохранюсь на всякий случай. Окей, доска объявлений. Поехали. Готови ритуал. Принять. Мне нужна твоя помощь для проведения ритуала поиска моей матери. О, это опять тот кот рычащий. Почему не рычащий кот? Гр. Макс сказал моей маме под проклятием. Чтобы снять его, надо провести котовий ритуал. Ох, как только твоя мама попала в такую передрягу. Вот тут немного кошачьей мяты. Разбросать ее возле тех кустов. А, я к тебе позже присоединюсь. Гр. Окей. Вы разбрасываете кошачью мяту вокруг куста. И вот сюда кошачьи мяты. И последний щепотку кошачьей мяты. Отлично, Гр. Это теперь ритуальный круг. Теперь вставай в центр треугольника. Святые укотники, уносим лапы быстро. Окей. Ох ты ж. Ха, мяу. И о чем я тут вообще думал? Ну, ого, смотри, ритуальный круг разорван. Пятый уровень. Окей. Это опасно, и ты за это поплатишься. Гр, я понятия не имею, что так будет. Честно. Вот твоя награда. Если мне что-то понадобится, я позже еще объявление повешу. Ожили следопыта. Давайте круг. Шестой левел. Нихера себе. Ну давайте примем. У Мауга новые сведения о моей Мауме. Помогите. Гр, Маук еще немного продвинулся в деле. В деле освобождения моей матери, конечно. Свобода. Ты как-то слишком подозрительный. Ты в курсе? А, стремится снаружи. Встретимся снаружи. Я научу вас, что делать. Я научу вас, что делать, или я научу... Или я вам скажу, что делать. Так, ладно, сохранимся и погнали к этой столице. Окей, стой там.
Окей. Сойдет. Теперь обойди по часовой стрелке 3 раза. Ладно. Раз, два. Первый круг. Это сейчас 3-й круг у нас. А теперь против часовой 2 раза. Гр. Что? Ты издеваешься? Окей. Эй, стоять. Это последний. Вот, доволен? Очень. Смотри, работает. Гр. Сильно рычит. К тому же мой, опять этот круг. О, ё-моё. Это не чисто. Готовьтесь. Сейчас. Ну. Ну. Сейчас. Эй. Это оно? Клянусь Хвостом. Что, правда? Видишь? В этот раз никаких чудовищ. Гррр. Ну ладно. На этом все. Осталось совсем чуть-чуть. Гррр. Следи за заданием на доске. Гррр. Вот твоя награда. Да просто добыто. Уровень 4 и на 1. Най. Типа... Здесь оружие прокачивается вот так, да? Вот таким способом. Окей. О, свобода 10 уровень. Йо-йо-йо-йо. Ну, я не знаю, давайте возьмем задание, попробуем. Насколько это будет сложно, мне очень интересно. Маук снова вышел на связь. Скорее, моя мама уже заждалась. Окей. Это последний раус. Честное слово. Я отметил нужное место, его надо зачистить. Ну, хоть на этот раз без недомолвок. Так, а сколько мне золота? Идемте улучшим огонь. Так, золото делает. Окей. 3-й уровень. Принять. 300 нужно. Так, хотел опыт взять. 10 опыта ништяк. Так, опыт халявный. Тихо. А еноты вот эти или кто это? Ну вот. То самое место, я готов на пауэрник. Это лисица, не главное, печать исчезает, но через какой-то, типа, через... 0,5 миллисекунды оно взрывается. Статуя. Смотри, тут же какая-то надпись. Давным-давно мы служили великим древним. Они создали этот мир, и мы чтили их как богов. Интересно, а еще есть такие? Окей. Вижу там кладбище какое-то, аж какое-то... Горы заснежены. Окей, 8-й уровень. Нет топырня. Опа. Так, хорошо. Ну, пока что Ой-ой-ой-ой-ой. Там враги кучку уже сложили. Из себя ритуальный круг сделали. Тихо-тихо. Да я тороплюсь. Да ёшки, вот. Блин. Очищено. Святая Сурия, что происходит? Пора убираться отсюда. Вот и стоять. Сначала сундук. Шлемак. Плюс... Броня, так. О, тут есть еще невидимые проходы. Золотой сундук. Похоже, чтобы открыть этот сундук, тебе понадобится ключ. Окей. Золотой ключ нужен. Так, отправляемся, короче, обратно.
Круг разорван. Стой. Куда ведет этот след? Ну, пойдем. Мне бы нужно этот где-то. Поспать, сохраниться. И снова этот круг. Давай, пока мы не пошли по следу, я посплюсь, сохранюсь. А, ну еще восстановлю ХП, это хорошо. И это огромный ритуальный круг. Ну, у них это треугольники. Минуточку. Это же опять тот шлем. Он ушел? Что происходит? Так, мне это не нравится. Я свободен. Рычит кто-то. Стой! Это же... Он пропал. Мы должны срочно найти этого кота. Рыкающего. Срочно! Эй, объясни. Мы сняли заклятие, но при этом кто-то очень могущественно вырвался на свободу. Это ты ко мне? Вообще? А, типа, а ты кто вообще? Ты снял заклятие? Да, ты сам нас спросил. Ох, мои усики. У меня в последнее время странные провалы в памяти. И этот странный рычащий голос в моей голове. То есть, это мы не с тобой разговаривали все время? Ох, лапы мои и хвост. Что я наделал? Если я опять услышу этот голос, я повешу задание на доску. Окей, 17 уровень почти сразу. Ой, что-то мне кажется, дальше будет намного сложнее с заданием. Типа, это мини такие сюжетные рассказики. 15 уровень, голоса в голове. Ну что, ребят, попробуем? Давайте возьмем. У нас как раз времечко есть. Сдается мне, я знаю, что вырвалось на свободу и где оно. Голос в моей голове называет одно имя. Дракот. Он ждет тебя на котовых полях. Давай на паурник. Пора с этим покончить. Только где это находится? Ух ты ж, ё-моё. Так, ладно, сохранюсь и... Давай, хотя... Ну, давайте сделаем такую мини-интрижку. И что же будет дальше? Кто же освободился и кто нас там ждет? Это вы узнаете в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем мяу, друзья. Всем пока.